Не в первый раз 11-я Видновская школа предоставляет свой актовый зал для проведения всероссийской акции «100 баллов для победы». Стоит отметить, что это мероприятие проводится уже 9-й год. Оно организовано по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Я пришла сегодня к вам от имени главы Ленинского городского округа. Алексей Петрович Спасский меня просил передать всем выпускникам этого года Ленинского городского округа, что мы в вас верим. Очень надеемся на вашу победу каждого. Перед будущими выпускниками выступали психологи и преподаватели, ведь акция «100 баллов для победы» направлена на то, чтобы ребята не испытывали эмоционального напряжения на предстоящих экзаменах, поверили в себя, смогли преодолеть психологические барьеры. Для того, чтобы подойти к экзаменационной сессии в своей самой лучшей и физической, и академической форме, у вас есть все. Биение наших сердец и волнение за вас пусть вам помогут на экзамене справиться со своим волнением, и пусть у вас все получится. Но самой ценной частью встречи стало выступление выпускников прошлых лет, причем и в онлайн-режиме. Елена Якимова окончила Видновскую гимназию, сейчас студентка одного из престижных вузов. В прошлом году на экзамене по русскому языку она получила 100 баллов. Каких-либо репетиторов, дополнительных занятий или обучения в онлайн-школах по русскому языку мне не потребовалось. Я готовилась сама с помощью сборника «36 вариантов Цибулько» и платформы «Решу ЕГЭ». Выпускники прошлого года поделились опытом, хитростями, своими методами подготовки к единому государственному экзамену. И, по мнению преподавателей, именно это живое общение самое ценное в акции «100 баллов для победы». Хочется, чтобы дети сдали как можно на более высокие баллы. Увидеть пример других, тех, которые уже сдали, которые смогли. Да? Вот они реальные, вот я могу их потрогать. Задать им вопросы? Задать вопросы, да. Они видят, что это реально, что можно достичь 100 баллов. В этом году в Ленинском городском округе будут сдавать выпускные экзамены более 1000 человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.